о ёжике-коротконожике. Когда солнышко покатилось к закату, ёжик-коротконожик вылез из уютного гнездышка, спрятанного в массивных корнях старого раскидистого дуба. Он поднял нос и понюхал вечерний воздух. Пахло особенно свежо, весь день лил дождь. Ёжик засеменил к опушке леса. Там он хотел найти что-нибудь поесть. По дороге он встретил мышь и хотел расспросить ее о том, что было днем. Но мышка трудилась весь день и поэтому очень торопливо бежала домой. Тогда ёжик-коротконожик увидел кукушку-болтушку. И только было заговорил с ней о погоде, как та вспорхнула, испугавшись ветра. Он засеменил дальше, и ему навстречу попался зайка. Ёжик снова было начал разговор, да только зайка так быстро прыгал, что коротконожик за ним не поспевал. Расстроился ёжик, да и лег на опушке. Из-за холма выкатилась яркая желтая луна и подмигнула. Расстроенный коротконожик удивленно замер и насторожился. Луна улыбнулась и пощекотала колючие ежовые бока. Он рассмеялся и рассказал, что был расстроен. У него были очень короткие ножки, и он не успевал за друзьями. Луна научила ежика сворачиваться в клубок, чтобы быстро катиться колючками вверх. Так получалось и быстро, и весело. Больше ежику не приходилось семенить коротенькими ножками. Он катился колесом по лесным кочкам, обгоняя круглолицую луну.